Ча-ча. Вы находитесь на канале Fresh Games, и мы продолжаем. Продолжаем строительство нашей колонии в игре под названием RimWorld. Каруса у нас в ближайшее время не будет. Так как я уже говорил в предыдущем видео, к сожалению, сейчас я записываю с чужого ноутбука. И, соответственно, Икарус здесь не потянет. Даже на минималочках. Знаешь, что у нас тут происходит? У нас мы тут 3 дня только прожили, да? 3-й день только сейчас кончился. Кошка у нас последняя. Идет разделывать. У нее по здоровью-то. Знаете, вот без глаза она у нас осталась. Печальненько, конечно. А кто у нас еще не спит? Белый. А, он у нас что-то таскался, да? Все, пошел отдыхать вроде как. Все, пусть отдыхает, это сейчас разделывает, думаю, тоже отдыхать пойдет. Так, вот здесь тогда нужно задание, кстати, добавить. Готовить простое блюдо. Так, не детали. Ага, все, простое блюдо из чего угодно можно делать, соответственно, будем, значит, повторять до и до 20. 20 максимально будет нам хватать. Потом нам нужно будет на пимикан все-таки выходить, то есть и первое время будем на пимикане жить. Я надеюсь, вам не слышны посторонние звуки на записи. Я, конечно, перепроверю, но у меня просто сзади оборудование шумит маленько. Надеюсь, на записи этого не будет. Но заранее извиняюсь. Ну и, конечно же, сразу же, пока наши бойцы отдыхают, хотелось бы выразить вам огромную благодарность за вашу поддержку, за ваши лайки, комментарии, подписочки и, конечно же, за ваш бесценный просмотр. Вот как-то так. Правда, огромное вам спасибо. А мы прервемся на минутку. Так, ну и продолжаем, значит, продолжаем. Ночь у нас вся впереди. Я думаю, ночь мы пропустим на троечке, чтобы они там быстренько доделали, да? Так, ну у нас есть ягодки, я надеюсь, они начнут делать. А, кстати, задание лучше не так сделать. Лучше сделать, добавить задание. Простое блюдо x4. Повторять до и до 20. Все, кто-то начал готовить. Все, Ила пошла уже готовить, а это хорошо. Не знаю, что она там готовить будет, пимикан или нет. Не, простые блюда сделала, молодец. Пусть первое время сделает простые блюда, а потом мы начнем готовить пимикан уж. Наверное, пимикан нам нужно мяско, да? Кстати. Поток брани белый. Ладно, черт бы с ним, пусть ругаются. Опа, в смысле тебе делать нечего? А ты у нас не ласку. Фермер на 2. Так тут же у нас вроде как сажать есть что-то. А, я же запретил им сажать. Да, иди собирай. А он с ума сошел. Засранцы. Поругались что-то там. Они у меня что не поделили, не понял, но повздорили, в общем. Потом. Так, вот оно. Да, у нас, кстати, комната такое себе, но это не то. Погоди-ка. Погоди-ка. А, вот. Значит, так, вот это, значит, нам нужно убрать, да? Значит, впечатление у нас ужасное, 27, да? Нужно впечатление нам поднимать. Как поднимать? Пока непонятно, надо что-то нам... Ну, по идее, как только они выровняют плитку... Ну-ка, погоди-ка, кто у нас строитель? Ой, кто у нас там? А, пищевое отравление. А, еще и не ласка, да? Кто тут рядом? Иди, спаси его. Все, зашибись.
У меня два в больничке лежат. И, кстати, что там у зеленого по здоровью? Ух ты ж, ёптать. А у Илы? Ну ладно, они вроде так выживают, но их надо подлечить. А у нас врач валяется пока в отключке. Капец. Так, а у меня врачей других нету, да? Давай вот так сделаем. На двоечку, да? Если делать нечего, чтобы они подлечились. Хотя бы так. Ну, в общем, в поселении у меня жопа творится пока. Единственное, что у нас очень просторная комната, что уже хорошо. Ну, красота у нас сейчас за счет чистоты, конечно, портится. Так, у нас уже второй день прошел. Четвертый день прошел, да, получается? Правильно я же понимаю, да, третий, четвертый день пошел. Скоро уже пятый начнется. Быстро, однако. Я думаю, сейчас утро начнется, надо скоро избавить. А то я ни черта не успеваю следить, что они там творят. Но они пока мяско таскают, пимикан не делают, да? Ни черта не делают. Хотя пимикан по приоритету выше находится. Питательность 1. Мясо и растения нужно. А, ну у меня растений сейчас нету, да? Ягод нету, картофель еще не созрел. Кстати, первую грядку они почти досадили. Как только досадят, мы начнем остальные грядки упасть. Нужно будет, мне кажется, посадить. Так, у нас есть дымолист. Дымолист. Есть психолист. Не, мне нужен дымолист. А его нету у нас, да? Хлопчатник, психолист. А, дымолист есть, да, но уровень минимально 4 должен быть. Нормально. Ой, нам предлагают назвать. Смотрите-ка. Похоже, вы тут надолго. Бел предлагает назвать. Ну что, нашу федерацию. Веселый агроном. А вот ты ж, ёптать, на английском пишу, а. Веселый агроном. Значит, веселый агроном у нас будет. Такс. Фракция у нас веселый агроном, а поселение... Как у нас поселение? Что у нас за поселение? Тут ты, блядь, деревня, да? Деревушка, деревушка на окраине стояла. Деревунка, маноча. Деревушка. Вот, а поселение наше будет просто называться безвкусненько так, деревушка. Во фракции веселый агроном. Вот. Так. Ила, тебе-то что надо? Мама крайне недовольство. Работа, работа. Может быть... А, да, я же, кстати, так и этот, они дом построили. Так. А развлечение-то я им никакое не сделал. Ну-ка, развлечение. Давай кольцо какое-нибудь хоть кинем. Пусть покидают. Оно на улице же должно быть, да, обязательно. Вот так, бахнем. Пусть построят. А это что у нас? Поле для игры. Из дерева. Ну, давай сюда поставим. Я знаю, что-то я первый раз такое вижу. Кольцо поставили, развлечение, значит, уже есть. Ну все, вроде как должно пройти. Мало лекарств нужно лечить. А, кстати, да. Здоровье. А, не, подлечили его, подлечили. Иммунитет 39, блядь. Ила. Ну это нормально, а вот зеленые. Не открывай. Отдыхай до выздоровления. Все, вот так, он даже вставать не стал. Угу, все, пусть он подлечится маленько. То смотри у него как.
Да, чем его здоровье начинает, ну, сонная болезнь начинает одолевать. Но я надеюсь, нормально там будет потом. Пила. Ну, это и пока нормально, на 3% она опережает. Да, я второй день уже опять на скорости пропустил. По идее, что у нас 7 еды у нас есть, да, кто-то потихонечку готовит, все-таки еда у нас понемножечку остается. Там где-то он с растеницами вижу, вегетарианская, есть мясная еда, то есть разненькие есть. Картошечка у нас еще растет. Кстати, они все засадили, да, значит, пора новое у нас, новую посадку делать. Области. Давай посадки. По идее, наверное, так нехорошо, да, делать. Ну-ка, давай-ка дымолист засадим. Продавать будем. Наркотрафик устраивать, да? Кстати, я сколько-то раз пытался наркотрафиком заниматься, то я так и как-то не получилось у меня наркоторговлей заниматься. Вот, кстати, может быть, можно будет здесь реализовать эту идею. Единственное, а свалку я могу вот здесь отметить? Не, не могу. Там, смотри, свалочку отметить, да? А сюда они будут таскать, интересно, камни? Но я сюда все равно ничего не посажу. Пусть сюда таскают всякую хрень. Вот так давай сделал. Так, растерянность ила. Окей. Окей. Я все-таки надеюсь, что они в эту фигню будут таскать камни. Вот, ну посмотрим. Не пойди, вот камни же выкинут. Нет, вот тут на воду вроде выкинули, да? Посмотрим, пусть таскают, если что. А, да, вон оттащили крысу мертвую. А что, ее разделывать нельзя? А надо, наверное, склад. Трупы свежие, да? Свежие нельзя. Вот так сделаем. Так, ну-ка, что у нас там у зеленого поздоровится-то? 45-45, ну нормально, сейчас фритек идут. Я надеюсь, нормально его подлечат еще. А ее, кстати, тоже подлечили, у нее 3% также на опережение идет. Но пока у меня проблема с сонной болезнью, конечно же. Еды у нас пока чуть-чуть хватает еще. Есть 5 еды, 4 лекарства. Кстати, лекарства еще нужно высаживать нам, да? Значит, нужно сразу сделать посадки. Давай вот так сделаем. Не, уменьшить у вас. Так, проекты посадки тогда. Вот так, а теперь расширить область. Вот так сделаем. И здесь мы посадим, получается, такс, где у нас? Где у нас? Психолист нет. Лечебный корень. Матерь Божия. 8 надо. Жесть. Аж 8 единиц надо. На капец, конечно. Ну, сейчас они там дерево нарубят, а камень на свалку не таскают, да? И около свалки потом где-нибудь переработчик нужно будет бахать. Пока сосредоточимся все-таки на выращивании. А у нас скоро картофеля там километр вырастет. Думаю, до картофеля мы справимся, а потом на одном картофеле жить будем, да? Если как картофель появится, нам что-то нужно будет делать с мясом. То есть пимикан как-то надо готовить на мясе. Да? Я же прав. Так,
Где я могу посмотреть? Нет, не здесь. Вот здесь. Задание, значит, детали в химикале. Ага. Понятненько. Ну, чисто из мяса же не пойдет, поэтому в любом случае растительность оставляет. Да. Там только человечная, наверное, запрещена, да? А еще что-то запрещено. Нет? А, насекомого и человека. Ну ладненько, пусть будет. Так, что там у зеленого по здоровьице-то? Нет, нет, все-таки болезнь обгоняет по чуть-чуть. Если так и пойдет, то будет хана. Я надеюсь, у нас не ласку. Ты как вообще? Нормально? Но у него там трещины, ушибы. Да и у нас все коцаны, в принципе, на нас еще никто не нападал, у нас уже все. Иначе еще и уныние пошел. Ну ладно, уныние не столь страшно, пусть идет. Но нужно посмотреть. А у нас два уже, да? Два с ума сходят. Ну, это еще и пищевое отравление сверху бахнуло. Вообще замечательно. Но, кстати, у нее на 2% теперь отстает. Ну, опережает по камеси иммунитет на 2% всего лишь. Опасян. Так. Крайнее недовольство. Работа, работа, работа. Так, давай тогда им, знаете, что сделаем все-таки. Все-таки сделаем что угодно. Так, давай. Ну так, сделаем. Все. Теперь они могут заниматься чем угодно. Теперь они мне не скажут, что я их заставляю только работать. Все. Они дом первый построили. Дальше пусть занимаются чем хотят. Все. Сильная усталость. Угу. А, погоди, у них что, крыши до сих пор нету, что? А ну-ка, погоди-ка. Не, есть крыша. А что ты чешешь тогда? А, у нее получается же этот подземник. Ей всегда нужно в этом находиться. Да, ух и набрал. Так, ну-ка пойдем мы это ёптать. Бессилие. А с чем это связано? Блин, да, я их загонял. Кошка. Да. Я их нехило так загонял. Они у меня все уставшие. Смотри, недомогание, недовольство. Все, хорошо, ладно. Мы им, главное, отменили. Теперь они могут делать что угодно. 6 часов на сон. Я бы, наверное, даже сон все-таки добавил бы еще вот так. Вот так вот. Чтобы они до 6 утра спали. 3, 6, 7 часов спать. Правильно? Да. И все. А потом работать дальше. Ни черта они больше пока не посадили. В общем, менеджмент по камеш у меня плохой, мягко говоря. Тебя подлечили еще раз? Нет. 52, 53. Давай поставим, пусть он подлечит зеленого. В очередь. Через shift, да? Ягодки соберем. Угу. Но у нас сейчас вроде особо никто не охотится, да? Да. За счет этого у нас. Так, а кто у нас охотником был лучшим? Белый. Белый. А, ну вот с луком. Так, а ну-ка, фауна. Ну, есть на кого охотиться? Да. Пока вроде еще отмечено что-то у него.
Черепаха. Крыски. Все нормально. Отмечено. Пусть вырезает. Потихонечку. Опа, дров заправить никто не может. А, все заправили, смотри-ка. Еду последнюю сейчас едят. Еды-то нету, сейчас мясом будут питаться, да? Так. А кто у нас там собирать может? Зеленый, тебя так и не подлечили, да? А, они отсыпаются. Ты ж смотри, как они устали-то, а? Они спят до сих пор. Блять, все. Еще и растерянные теперь. Вот суки, а. Еще и двое. Да, сейчас они у меня сейчас с голода начнут пухнуть. И вообще будет жесть. Давай собрать. Вручную придется, получается, да? Доставлять. Все. Хоть перекусят ягодками там немножечко. С этой стороны не поспели ягодки, да? Вообще не вижу ягодок. Чтоб поспевшие были, нет. Ну, рядом с базой особо ягодок так нету, да? Растерянный зеленый, да, у нас голод начинается. А белый ты будешь охотиться? Нет, охотится вон где-то. Да. Это надо было рис все-таки посадить. Рис вроде быстрее растет, да? Блять, мне ласку пизда пришла. Белый охотится, а кошка. О, выравнивать полы начали. Погоди, все херня. Блин. Назначение, да? Нет. Ежегня, работа. Значит, фермеры у меня все должны быть. Фермер и садовод, соответственно. Пусть все прокачивают себе. Вот так вот. Выравнивать полы, конечно, это хорошо. Блять, у меня впечатление омерзительно просто. Омерзительнейшая комната. Ой. Если кто-то выйдет, то получат баф. Но у нас все работает, всем нахер некогда. Выводить насильно мы никого не будем. Такс. Демолис сажать так никто и не начал. Еще они пока не освобождают места. Ой-ой-ой-ой. Подвисание пошло. Что у тебя там по здоровью-то хоть? Ёб твою мать, а? Он пока с ума сходит, блядь. Он откинется, кажется. Кажется, у нас будут скоро первые жертвы. Сейчас он придет, пусть тоже работает. Социально расслабляется. Так. Ну-ка. Ух, ёшкин кот. Иди собирай ягоды давай. Социально расслабляется. Он с голоду сдохнет скоро, блядь. Социально расслабляет. Ну-ка, здоровье. Нужды. Пиздец. Ила тоже скоро с голоду сдохнет. Так, чё там белый? Ну, чуть-чуть насытился он, да? Хотя бы немножко. Все, что он добыл, все он съел. Иди собирай давай тоже ночью, среди ночи будем поднимать вас сейчас. И по одному за ягодами отправлять.
Так. Иди собирай ягоды, давай. Херней там занимаешься. Да, поскорее бы уже поспели. Первый картофель. Полярное сияние закончилось. Кошка. Нужны. Не, пока у нее нормально. У белого боль-моль. Неласку вроде поел. Зеленый скоро еще и с голоду сдыхать начнет. Иди собирай ягоды. Собирай ягоды. Собирай ягоды. Собирать ягоды и собирать ягоды. Вот так тебе расставим приоритет, потом делай, что хочешь. Вот немножко ягодок, чтобы было. Сейчас наши просыпаться начнут, блядь, все с голода дохнуть начнут. Да. Вот так стрял. Пока у нас ничего не идет по плану. Все идет абы как. Но будем надеяться, что все исправится и все поправится. Мне кажется, все-таки я, блять, все-таки ёбнулся. Так, ну хотя бы ягодок немножечко собрать успел, да? А он уже поднялся обратно. Нахер ли ты поднялся и пошел не туда? Иди собирай давай ягоды опять. Я тебе еще раз маршрут нарисую. Не переживай. Я бы три куста собери. Кто там у нас? Кошка есть. Собери, собери, собери. Так, ну рядом вот прям я больше уже и не вижу. Картофель только 60%. На 62 максимально. Да. Пока у нас все не очень хорошо. Зеленый, кстати, тебя подлечили? Да, подлечили. Пиздец. На 5% он с этой херни влетел. Четыре процента отстает, да? 4-5. Где-то 4,5, наверное. Все, ой, даже 5 ягодок, смотри, на складе оставили, не все съели сразу. Белый что делает? Так, и кстати, у меня здесь на свалке нет животных? Нет. Питомцы есть у нас? Давай забьем наших питомцев на мясо тоже. Но вот зачем нам варк, который еще и пищу поедает нашу? Кто у нас животновод там? Работа. Животновод, животновод. Неласк. Займись делом. Все, пошел забивать. Сейчас кошечку забьет. Блять, там правда сейчас... Стопе, питомцы. Сделаем вот так, отсутствие, чтобы он не жалел. Все. Блин, все равно, мне кажется. Тимис поселенца, раскаяние, окей. Блять, умер питомец. 20 дней теперь у него этот дебаф будет, зараза. Зараза. Давай сделаем бесконечно. Так, давай-ка разделываю мясо. Надо мясо разделать. Нам нужно мясо, нам нужно еду готовить.
все, там еще варки есть. Давай сразу еще одного разделывай. Все, 20 мяса с кошки получили. Сколько там сварки сейчас получим, интересно. Я даже не представляю. Бум, еще 84. Давай готовить. Сразу. Поперлась она куда-то там доставать. Видимо, там все-таки он где-то черепаху убил, да? Все, пусть жарит. Простые блюда. Так. Ну, давай-ка мы им вот так сделаем всем. Чтобы они дома хоть убирались, а? Тут срач развели уже в минус 20. Там уже впечатление в минус поползло. Капец. Так, а ну-ка. Да. Красота 2 дает. Сейчас они вот это все выровняют, и там, по идее, нормально будет. Ну да, склад нужно отдельно еще делать, чтобы вот это вот дебаф не вешало. Ну да ладно. Ой, у нас 3 блюда еще осталось, да? На больше нам и не хватит. Только если они еще ягоды принесут, либо еще чего-нибудь. Зеленый. Ну, тебе пиздарики пришли. Да? Пиздец, 6% стоит. Ну, зеленого мы уже потеряли. Честно, я понять не имею, как я могу его сейчас сохранить. То есть, понятия честно не имею. Ну, он пожил свое. Что ж. Я думаю, остается только принять, что у нас... потерян. Такой замечательный персонаж. Кстати, где он спит? Ты больной, что ли? Так, надо сделать другое. Мебель. Кстати, я забыл, что из спальных мест могу, по идее, вот так наделать кучу. И все, а то они эти... мне открывать как завалится, так все. Опа. А, ну все, пантера зеленого убьет. Что там у нас? Смерть зеленый. Ну, раньше времени чуть погиб он. Так, я все. Так, ну я думаю, нам надо принять. Давай принять поселенцем. Я думаю, белым. Белый. Так, Бринга присоединяется. Ну-ка, что ты умеешь? Сама она, кажется, не сможет отразить, да? Вот, единственное, что я забыл, так это то, что у меня нет оборонительного пункта от слова совсем. И мне как бы его надо сделать. Если на меня будут нападать, мне же надо как-то первоначальный там обороняться. Да? Да. Так, а кто у нас ближник? Белый ближник. Что у нас пилом? Пилом или иклва? Что из них сильнее? Копашный урон 671. 450, но бронепробитие. А, урон, погоди, 25. Здесь урон. И написан. Объем работы. Да, бронепробитие. Но икула, кажется, мощнее будет, да?
Я думаю, можешь взять оружие и кого, если сейчас кролика нужно будет отбивать. Все, лук пока мисс пусть валяется. Так, а теперь нам надо зеленого похоронить, да? Так, ну-ка. Разная, да? Могилка. Давай сзади дома где-нибудь здесь и начнем могилки лепить. Заяц, ярость. Белый. Блять, у нас там не ласка еще лазит. Давай, на. Все. Нормально. Справились. Так, тот там уже могилу нам выкапывает, да? Иди сразу. Ах ты, зараза, ты переносить не умеешь. Кто у нас рядом есть? Белый. Иди похорони собрата. Это пума, кстати. Мне кажется, пантера, сука, еще кого-нибудь из наших может загрызть. Ее, по идее бы, уничтожить. Но уничтожить мы сейчас не можем, потому что у нас пока мест нет оборонительных сооружений. Значит, пора строить. Значит, постройка. Стена из дерева. Да. Я думаю, так будет нормально. Так, так. Пока у нас поселение не такое уж и большое. Угу. Так, делаем вот так. Все замечательно. И дверь сюда. Все. И получается защита, ловушки. Делаем так, так. Нет. Эту отмену. Построить копию, построить копию, построить копию. Построить копию вот сюда. Если... А че? Фуф, я испугался уже. Ну что за херь, блядь? Вот так. Все, построим, пусть строят. Все, иди, садись, челнок. Ю. Так. Задание доступно. Задание выполнено. Ага. Зашибись. Так, новый уровень пси-связи. Так, а можно... Сколько у меня времени есть на принятие? А давай сразу примем. Да, мы готовы. Угу. Все, пришли челночки. Выдвинулись. Пантеру бы убили сразу, странцы. Давай, кого-нибудь загрязь на них. Если бы она еще кого-нибудь шлепнула бы. И смотри, серый идет белого посвящать. И сейчас еды, кажется, нам что-то приготовят, да? Так. Ожидаемое качество 46%. Все участвуют, давай, начинаем. Все, давай, все собрались, посмотрели. Можно корабль их не угнать? Не, думаю, навряд ли. Челнок содержит ничего.
все, пошла жара. Все, сейчас походу ему пси-способность дадут, да? Теперь у нас будет способный мальчик. Кого? Ты же не сорвешь нам, блядь, церемонию сейчас? Черпи. Блядь, недоедание сильно. Сейчас должны приготовить, по идее, 4 еды. Будет нормально. Все, да? Бам! Так, блядь, ужасно прошла. Ага, 17, окей. Окей. Так, ну ладно. Титул мы получили. И получили одну единицу. Да, что-то я ни хрена не понял. Так, Белый получил свой первый уровень пси-связи. Она становится псиоником. Так. Псионики — это хорошо, конечно. Угу. Что за способность? Слово доверия. Поговорить с пленником, психически воздействуя на его сознание, чтобы снизить сопротивление вербовки. Для осуществления непосредственно вербовки эта способность не применяется. Понятно, сопротивление снижает. Но это хорошо. Это хорошо. Единственное, ему теперь нужно медитировать по 2 часа в день, да? А что у него за тип медитации? Здесь персона, да? Нет. Здесь где-то должно быть тип медитации. Нет. Скорость, нет. А, возвышенность и природа. Трон. Так, и концентрация природы. Природное святилище, камень духа, древо души. Понятно. Пока нам нечем ему помочь. Сам пусть медитирует, нагревается, концентрацию себе набирает. Пока у него есть концентрация. Ладно, с этим разберемся позже. Может быть, тот еще поможет и подскажет нам. Так. Мало пищи, мало лекарств. У нас всего, блядь, мало. Вижу, улетели, смотри. Так. Ну что там, Мила? 4 простых блюда она готовит. Чудо, он так медленно готовит, а сейчас уже доготовит. Ну, 4 блюда есть, да? Что там по картофелю? 74%, блядь, только. И даже ты, зараза, вырастешь, а? Картоп, а, картоп. Блядь, альпака гнилая, заяц гнилой, обезьяна мертвая, то есть мы их не успели разделать даже, да? У нас дерево есть? Есть. Что-то не строишь. А, она разделывает. У нее приоритет на этом стоит. И пусть лучше так стоит приоритет. Хоть немного мяса натаскает. Сейчас что делает? А, она расслабляется, да? Играет в ур. Ур — это типа аналог шахмат теперь сделали. Качество ужасно. Мама. Белый вообще спит, похуй ему. Ну ладно, пусть спит. Еды у нас на завтра уже нет. Так, ну кошка пошла строить. Уже хорошо. Мне нужно, чтобы они вот эту херь достроили все-таки. Строительство, кстати, повысилось у нее. Матерь Божья. Вот сюда заходишь, и тут куча дебафов просто. Так. Общение, умственный труд, кулинария, строительство 6. Блять, где он сходит с ума? А где у нас Белый? Давай.
Так, ну-ка. Ближний бой. Давай, 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 воюем, 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 воюем. Блядь, белому пизда, кажется. На. Не. Добить казуара. И ты тоже добивай, давай. Ты тоже добивай. Давай, давай, загасить его нахер. Охренел совсем. Все, да? Все, значит. Все, кошка, ты давай это разделывай. А, она сразу почистила такая. Чик-чик-чик-чик. Все правильно. Чистота должна быть. Чтобы у нас комната хотя бы хорошо была. Ну, сейчас мы доберемся, если до кровати. Доберемся до мебели. Более-менее нормальной. То есть там, где можно. Плюс, если они вот это все выставят. Плюс, если мы сделаем отдельный склад. Потому что склад тут тоже портит нам вид. То будет у нас все замечательно. Так, убирать землю это хорошо, конечно. Разделывать то будет. Там альпака, смотри, валяется. Давай, давай, разделывай ее на мясо. Потом приготовить надо будет сразу. Там что у нас? 15, 12 и 5. 20, 32, да? Я как раз альпаку разделаю, и мяса хватит, чтобы 4 блюда сделать. И еще я думаю. О, грузовые контейнеры. Класс. Так. Сначала. То, что я сразу хотел, это приготовить просто простое блюдо. Повторять до 20. Угу. Все замечательно. Теперь смотрим грузовые контейнеры. Ну, что там у нас? Блять. Нейтрамин, да? Окей. Далеко? Ёшкин кот. А почему белый не переносит? Находится, но не переносит. Я помню, где-то была настройка вроде. При охоте не было такой настройки, чтобы... Нет, не помню. Как сделать так, чтобы он, получается, таскал постоянно? Мне кажется, мы делали вот так. Охоту на 2. И когда он убивает, фермер-садовод на 3, носильщик на 1. Мне кажется, так он должен таскать сразу. Как раз пусть будет дерево таскать везде. Опа. Где, у тебя же нормально все, да? О, да ты чё? Охренеть. Пиздец. Я еще одного персонажа, походу, проебал. Все, пусть. И кошка там с ума что-то собирается сходить. Сильное недоедание. Ты ж... А, она ж не поела, да, разделала. Потом пусть покушает. И там еще как раз где-то 8 блюд можно будет сделать, да? Да, даже больше. Ну, 8 точно можно. Все, пусть отдыхает. Ладно. Блять, я походу проебу все поселение так. Потихонечку, по-тихому, да? Прежде чем у меня картошка поспеет. 75% так-то. Здесь что-то и того 67. 73, 74. Шестьдесят девять, где-то вообще 40, ну самое минимальное сколько, 34 пока вижу. Здесь вообще нету, пропал видимо.
Такс. Ну ладненько. Я думаю, мы все-таки с этим. В смысле, блядь, у них у троих смертельные болезни. А! В смысле, а что с ними случилось? Так, погоди-ка. А ну-ка, блядь. Иди давай, лечи. Кто быстрее сдохнет? Блядь, белого давай, иди лечи. Ты чё, дура, ёбаная? Давай, давай, лечи. Думаю, его нахер. Белый. Ты брось такие мысли. Всем что ли оборзел? Главное кровотечение остановить самое сильное. А, это после казуара, ёптать. Капец. Так, ну самое сильное она вроде остановила. Надеюсь, за 2 часа она его зашлепает полностью, заштопает. У этого 6 часов есть. Не должна она успеть его заштопать все-таки. Иначе я вообще без поселенцев, блядь, сейчас останусь. О, ничего себе, ее там подлечили. Нормально так. Я надеюсь, обгонят. Так, ну-ка давай. Все, еще до сих пор 2 часа пишет. Блять, через 1 час. Ты же его вылечишь? Все, оно 1 час показывает. Блять. Пиздец, проебал я белого. Кстати, ты давай, блядь. Ты тоже давай лечи. Белый, 0,8, 0,7, 0,6. Получается, если кровотечение не остановит, то пиздарики, да? Чуть-чуть добавила, но она не успеет, сука, столько вылечить. Капец. Пиздец. Смерть белого. Не ласк, но этот выживет. Да, этот выживет точно. Ну чё, второго бойца за одно видео профукали. Иди давай копай, сначала похороним его, а потом спать. То, блядь, вот-вот. Нахуй, социально расслабляться. Давай, хорони белого воина нашего. Итого у нас остаются. Пока мисс 3 воина. Давай, пусть хоть еды наготовит перед своим отлетом. Эту мы тоже просрали. У нее ни хрена не осталось. Ёпчики на мать. 1%, конечно. Может быть, они вровень, но, скорее всего, болезнь все равно настанет вперед. То есть тут только если повезет еще раз ее подлечить и там будет поудачнее все. У нас не ласк при смерти. Он ее навряд ли подлечит. У него огромнейшая потеря крови. Да, вот так просрал, а? Нужно смотреть за своими поселенцами все-таки. Ну, еды хотя бы наготовить чуть-чуть. Там еще раз 8.
Это ж кабздец, да? Ни хрена не сделали толк. С 5 осталось 3. И это скоро тоже уже все. Через 14 часов. Так, ну-ка давай-ка. Не будем терять времени. Сразу вот так могилки сделаем. Так. Нужды. Отдых сейчас отдохнет и пусть этот идет копает. Готовит уже, так сказать. Или выживешь ты все-таки у нас? О, смотри, 93. Бля, она походу выживет еще. Рано я, да? Ее списал со счетов-то. Да? Вполне может, вполне может. Прям на последних процентах вполне может выжить. Ну что ж. Давай-ка проследим. Прям на троечку врубим побыстрее, чтоб посмотрим точно. Выживает, не выживает. Блять, ей херово стало, да? Давай, иди спаси ее. Так, ну и смотрим, успеем мы ее еще раз подлечить или нет. 94-94. Пока все нормально. Через 10 часов можно будет ее подлечить еще раз. Что ж, спасется ли она или нет? В любом случае, мы на этом будем заканчивать уже серию. Мы просрали уже двух персонажей. Да? Пока болезнь. Не, смотри, прям сразу после болезни 95% иммунитета капнул. Я думаю, за 5% иммунитет все-таки выработаться успеет лучше. Но опять же, тут проблема, что у этого этот без сознания, а у этой... А сейчас автосохранение, давай. А у этой по медицине всего лишь однерочка. Через 9 часов срок лечения истекает, да? Но мне кажется, даже ее подлечить ни разу не сумеем. Что ж, надеемся. О, все, иммунитет выше. Иммунитет выше. Все, она походу выживает. Но у тебя все-таки 3 поселенца будет. Давай. Давай, давай, давай. 98. 97. Мясо из нее. 99. А ну-ка, иди ее на всякий случай подлечи. О, не ласка. И не. Ты тогда ее лечи. Девяносто девять, 98. Все, иммунитет выработан. Найс. Все. Уф. А, у нее сознания нет, да, теперь? Теперь процентаж пока до 90 не упадет, да? Все, и пусть. Пусть. Все, они там что-то начали мутить, крутить. Блять, это без глаза вообще, зрение. Там всего 25% зрения просрато, да? У этого еще до сих пор потеря крови большая, поэтому он особо работать не может. Давай мы на двоечку хотя бы поставим скорость. Кстати, что у нас кошка делает? Так, ну та успела немножечко еды наготовить. Да, это уже кончилось. Кабздец. Опять у нас еды нету. Теперь и белый не поохотится, да? Хоть торговец бы какой-нибудь заглянул, а, чтобы ему кожу продать. О, это уже работает, смотри, во все.
нормально, нормально. Иммунитет там снижает пока мест, нормально. То есть начинает первоначально наш отстрелочный пункт готовить. Эд пошел засаживать что-то. А и дерево сразу переносить, правильно. Дерево надо на склад. Эд медитирует, пусть медитирует. Ну что ж, боец ты наш, а? А, это мужчина, я думал, это женщина. Капец, ладно, ставим на паузу. В общем, как-то так. Да. Потеряли мы двоих. На удаче, просто на удаче, вот на последних процентажах, то есть спасли последнего. Ну, она, ладно, сам спасся, она, до сих пор она. Надо их переименовать, а то я по именам не понимаю, кто она, кто она. Кошка, блядь, кошка тоже мужчина, оказывается. Серьезно? Да. Но этот я так и думал, что мужчина, но я думал, что вот эти две это бабы. Блядь. Ух, девчонки, девчонки. Вот такие вот девчонки, да? Надо их переименовать, чтобы я больше не путал их с девушкой. Ну вот, как-то так. Значит, на этом мы будем заканчивать. Итак, серийка уже довольно-таки долго получилась. Пока у нас не особо хорошо выходит развить агрономов наших веселых. Значит, будем стараться. Будем стараться дальше. Надеюсь, когда-нибудь нам повезет. И у нас все будет хорошечно. Ну а пока... А пока с вами был, как всегда, Призер Геймс. Опять же, огромное всем спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии. Вот. И до скорой-скорой встречи. Чао-чао-чао.